Привет, я Догмама Аня, а со мной мои собачки Чихуа Софи и Эйвен. Уже 25 декабря, это значит, что Новый год совсем-совсем близко. Сегодня, как я и обещала, я назову победителей предыдущего нашего крутого розыгрыша, также расскажу про наш новый конкурс и кое-что еще очень интересное. А до этого мы снова позанимаемся творчеством и сделаем несколько крутых штук для собак под Новый год своими руками. Ну что ж, поехали! Подарок своей собаке или собакам друзей, близких и родственников, практически не затрачивая на это денег. Вообще, я считаю, что очень классно дарить подарки, которые сделаны своими руками. Игрушка-конфета для собаки на Новый год будет просто прекрасным подарком. Берете какую-нибудь ткань и делаете из нее шарик. Можно взять ненужные кусочки ткани, а можно взять реально носки и сделать из них шарик. А затем берете ненужную вам гетру, носок или чулок. Можно обрезать и подшить вот здесь вот с краю. Или вот такой вот ненужный рука. Прикольно будет выбрать какие-нибудь новогодние цвета. Красный, зеленый или полосатый. Может быть, у вас есть носки или гетры в снежинку с Дед Морозами. Вы берете свой комочек, свой мячик из ткани и суете ее просто внутрь этой гетры. Так, чтобы уже получилась вот такая вот конфетка. Окончание этих конфеток завязываете в плотный узелок ближе именно к самому мячику и расправляете концы. Все зависит от размера собаки. Если собака крупная, можно сделать большую конфету. Вот такие прикольные новогодние игрушки-конфеты для собак у нас получились. Также в мой подарочный набор будут входить лакомства для собак. Большинство из лакомств можно сделать своими руками, а можно купить в магазине. Вы можете посмотреть наше видео о том, как сделать лакомство своими руками. Я делала его из говядины и запекала его. Также можно попробовать испечь или сделать и другие лакомства. Я обязательно еще буду делать ролики с рецептами. Ну и самое классное, это то, что можно взять самые простые ленточки, которые есть у большинства дома, и упаковать красиво эти лакомства для собачек. Косточки или большие лакомства можно, например, просто перевязать ленточкой. Малюсенькие лакомства можно перевязать маленькой веревочкой, сложив их в стопочку. Главное сделать это хорошенько и плотно. И в итоге у нас получилась еще одна стопка маленьких косточек для маленькой собачки. Внутри этого красного фантика тоже есть лакомство. Берем обыкновенный фантик, помоем его и завязываем его обратно. И получается вот такая красивая конфетка. Также можно использовать еще более бюджетный вариант. Это обычная бечевка. Вот такие вот красивые новогодние лакомства для собачек получились. А теперь еще один шикарнейший новогодний DIY. Берем ненужную старую кофту, свитер или толстовку. Под Новый год, конечно, прикольно будет выбрать новогодний цвет. А теперь аккуратно по вот этому месту соединения свитера с рукавом отрезаем наш рукав, и мы получим очень классный тепленький зимненький свитерочек для собаки, который поможет не замерзнуть в Новый год. Мы отрезали свитер по краю, и получается, и он немножко, если правильно его отрезать, получается немножко волнистый. Конечно, с маленькими собаками будет проще, потому что это можно сделать и из узкого свитера, а вот с большими вам придется взять, например, большой папин старый свитер или кого-то, у кого большой размер. Лучше всего брать ткань, которая тянется. Теперь мы прикидываем, какого размера примерно, какой длины будет горлышко нашего свитера. Я для красоты хочу оставить длинное горлышко. Само окончание свитера, вот этот размер рукава и плюс еще столько же. Значит, от этой точки примерно через 2 сантиметра будут прорези для лап. Я раскрываю свой рукав в другую сторону. То есть, если рукав у меня идет вот так, мне нужно сделать его наоборот, вот так, чтобы шов был посередине. И теперь в том месте, где я планировала это примерно здесь, я сделаю прорези для лапок. Для этого я возьму то самое место, только половинку часть, вот эту часть, я нижнюю часть я не трогаю, где-то посередине от полоски до конца я ее вот так сложу и аккуратненько обрежу ее, оттягивая. Таким образом я получаю вот такую вот равномерную дырочку. Придерживаю пальцами и отрезаю параллельно второй моей дырочке. А теперь, чтобы отрегулировать длину, я надену свитерок на Эйвена. Дай, Вась, давай лапку. Можно оставить горлышко вот так вот, но я специально сделала длинное горло, чтобы оно красиво смотрелось. Сзади у меня остался вот такой вот длинный хвостик. Его можно либо просто подкатать, а можно обрезать. Но вообще лучше в этом месте, где мы отрезали свитер, его подшить. И точно так же подшить его немного здесь по рукавам. Я красавчик, да ведь? Эйвен, какой клевый свитерок у тебя, я тоже такой хочу. Ну вот и сделай. Ну что ж, а теперь упакуем наш подарок. Я взяла вот такую вот новогоднюю ткань, точнее это старый новогодний носок, в обычную белую коробочку. Свитерок я свернула и обвязала вот такой вот зеленой ленточкой. Вот такой вот новогодний подарочный набор своими руками для собачки готов.
Теперь можно положить его под елочку. Я уверена, что этот классный подарок понравится не только собаке, но и, конечно же, ее хозяину. Ну что ж, а теперь победители нашего предыдущего розыгрыша. Победители нашего розыгрыша, каждый из которых получит подарки на 2000 рублей с сайта petshop.ru. Группа в Одноклассниках – Дашулька Маркевич. Группа ВКонтакте – Даниил Котов. Инстаграм – Еминова Ангелина. И победитель на Ютубе – Соня Кэт. Со всеми вами, ребята, я свяжусь сама лично, и мы обговорим призы. Единственное, я прошу победительницу по имени Соня Кэт, которая была на Ютубе, под этим видео в комментариях написать ссылку на связь с тобой, например, твою страницу ВКонтакте, чтобы я могла тебе написать. И как я и обещала, с сегодняшнего дня на нашем канале совместно с группой «Бесплатно за репост» начинается новый супер-мега-новогодний розыгрыш для наших зрителей. Первое место – фотоаппарат Instax Mini 8. Второе место – набор Galaxy постельного белья. Третье место – пенниборд. Четвертое место – классный набор для маникюра. И пятое место – 1000 рублей. Условия, как всегда, мега простые. Быть подписчиком нашего канала, подписчиком нашей официальной группы, подписаться на группу «Бесплатно за репост» и сделать репост записи о конкурсе к себе на страницу. 5 января мы выберем 5 победителей, зрителей нашего канала, которые получат эти классные подарки. Ссылка на запись, с которой нужно сделать репост, в описании к этому видео. А еще одна новость и просто нереальный супер конкурс от меня, Софии Эйвена, для тех, кому нравятся мои видео. С сегодняшнего дня я запустила свой личный канал под названием Annie Magic, на котором уже сейчас 5 видеороликов. Это канал, на котором я буду снимать свои лайфхаки, эксперименты, DIY, челленджи, пранки и многое другое. И наш супер-мега-конкурс с Софией Эйвеном заключается в том, что мы сделаем 3000, только представьте себе, 3000, это же вообще нереально много, 3000 сигн от меня, Софии или Эйвена на ваш выбор, или от всех нас, или по отдельности. Условия нашего конкурса на сигны еще более просты. Подписаться на мой новый канал, если, конечно, тебе интересно мое творчество. И под любым из видеороликов на моем канале, которых там еще пока не так много, но они будут выходить каждый день, написать комментарий «хочу сигну» и написать «для кого и от кого». Например, для Маши Петровой от Эйвена. Выиграть наши сигны шанс есть у многих, потому что их 3000. И каждому лично победителю мы с Эйвеном и Софи сделаем фотосигну. Так что спешите участвовать в обоих наших конкурсах. Спасибо большое. С наступающим вас Новым годом. Ой, ну скорее бы уже Новый год, чтобы дарить и получать подарки. Да, вот я, например, кто не любит Новый год? Все же любят Новый год. Вкусная еда, подарочки. Да, я вот сейчас возьму один из своих подарков. Эй, ну так нечестно, Эйвен, ну не разбирай коробочку. Отстань, Софи. Это вообще типа мой подарок. Как ну ладно, тогда я тоже себе чего-нибудь возьму. Ты можешь получить сигну от меня, вот. Ну, или от меня, или от мамы, или от нас всех вместе. Да. С наступающим вас. С наступающим. Если ты елиска, просто хватит нажми подписку и оставь нам комментарий. О-хо-хо-хо-хо. А еще смотри еще, ролики смотри еще, всякие смотри еще.